Ежегодно в октябре проходит неделя лицеистов. Учащиеся школы читают стихи Пушкина, пишут картины по мотивам его произведений, участвуют в конкурсе инструменталистов. В этом году в разгар Пушкинской недели все ученики получили неожиданный подарок. Скульптор Катерина Коваль передала в дар бюст поэта. Его решили поставить в каминном зале лицея. Первый экземпляр я сейчас передаю в дар вашему лицею с паспортом о том, что это художественная ценность. С подписью искусствоведов и моей подписью. Посмотрите, какая красота. И в такие замечательные дни мы получаем такой авторский подарок. Спасибо большое, Катерина. Я думаю, что мы уже погрузились в прекрасную атмосферу. Сейчас эту атмосферу мы продолжим дальнейшими вашими выступлениями. Я желаю вам всем удачи. Вы самые-самые лучшие, потому что вы учитесь в лицее имени Пушкина. Лицеев много? Много. А вот лицеев имени Пушкина Александра Сергеевича практически мы вообще единственные. Поэтому я желаю вам удачи и всех-всех побед. Скульптор была приятно удивлена тем, что увидела. Ребята подготовили небольшую постановку по творчеству Пушкина. Катерина пообещала остаться и послушать чтение стихов, а потом лучшим чтецам вручить авторские подарки. Мне очень приятно вас сегодня здесь видеть. Вы не представляете, какие вы все молодцы. И смотреть на вас, на то, что вы рассказываете, как вы поете, ваши голоса. Это такое удовольствие. Я вот даже привезла с собой сынишку, и он слушает, прям не моргая вас. Так что мы будем вас очень внимательно слушать, а лучшим из тех, кто сегодня выступит, я вручу бюст Пушкина, который будет вдохновлять вас на следующие подвиги. Конкурс чтецов продолжился. Ребята выбрали разные отрывки из любимых произведений Пушкина. Некоторые даже разыграли небольшие сценки. Дети готовились основательно. Сначала отбор прошел на уровне классов, а потом уже лучшие вышли на общешкольный конкурс. Болдинская осень наступила, но шляпка запуталась в листве. Кажется, я в Пушкина влюбилась. Жаль, что это было лишь во сне. Я читал, учил, зубрил, готовился к нему. А произведение я сам выбрал, чтобы это читать. Но мне понравилось это, и все. Какое произведение Пушкина ты выбрал и почему? Мне понравилось. Это про царя Салтани было. Мастерство юных чтецов оценивало компетентное жюри. Кстати, среди них не только педагоги, но и победитель конкурса чтецов прошлого года Никита Витюгов. Но это необычно, и это очень сложно, потому что все они читают по-разному, все они хотят победить, все они стараются для этого. И я думаю, сейчас будет очень сложно выставлять кого-то победителем, кого-то призером, кого-то вообще не выставить. Дети прекрасно справились с задачей, некоторым немного не хватило актерского мастерства. Для многих это первое большое выступление на публике, поэтому в следующий раз они обязательно учтут все ошибки и исправят их. По итогам недели лицеистов будут определены победители в каждой из номинаций. Все они получат призы. Но главный подарок всему лицею уже вручен. Это бюст Александра Сергеевича Пушкина. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».